вспомнить детство и запустить воздушного змея. Такую возможность предоставили организаторы международного фестиваля в шри-ланкийском городе Коломбо. Красочное мероприятие проходит в пешеходной зоне рядом с Индийским океаном. В небо взлетают десятки пестрых змеев разных форм и размеров. У некоторых пышное оперение, а некоторые поражают длинными хвостами. А вот на эту веревку, похоже, нанизана целая сотня змеев. Полюбоваться на воздушное шоу собрались тысячи зрителей. Мы пришли посмотреть на это, очень красиво. Это великолепно. Хочется, чтобы такие мероприятия проводили по всей стране. Я впервые на Шри-Ланке. Мне здесь нравится, люди очень хорошие и вежливые, а фестиваль прекрасно организован. Сегодня много народу, потому что мероприятие крупное и запускает множество змеев. Замечательно. На международный фестиваль в Коломбо съехались 3000 энтузиастов-любителей воздушных змеев из разных стран Азии. Мероприятие такого масштаба здесь проходит во второй раз. Организаторы надеются, что оно станет ежегодным.